Всем привет, люди! И что же, мы продолжаем играть в Wolfenstein. Надеюсь, вы рады меня видеть. Если да, давайте наберем 200 лайков. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, а то YouTube уведомления совсем не присылает. И, пожалуй, я закончу этот уровень. Что-то мне не нравятся звуки и камера. Что-то должно пойти не так. Или мне кажется? Мы уже на... Черт, путь был долгий. О, я это помню с трейлеров. Какого хера пришел, беложопый? Спокойно. Да. Во-первых, давайте проясним. Я не нацист. Ты что сказал? Ты нацист? Нет, 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 я не нацист. Не нацист, ясно? Если ты не беложопая фашистская свинья, значит ты цветной или девиант. Ты явно не цветной, значит под девианта косишь. Похож он на девианта, сестра Грейс? Тихо, тихо. Да, я не девиант, но я... Я так и думал, сраный нацист! Такой девиант. Все достали. Вот ты, сука! Еще раз повторяю, я твою мать не нацист. Эй! А ну поставь суперчудилу на место, иначе я засуну тебе эту гранату в жопу. Так глубоко, что успею сплясать джигу, пока твои гребаные кишки будут медленно сползать с потолка. Сечешь? Леди, если погода этой херни, мы пытались выйти на контакт с вашей группой. Мы хотим устроить революцию в Америке. Мы? Нас много. Круг Райзал. Чудила, проводи этого сукиного сына в дом и накорми горячим обедом. Сейчас ставлю чайку. Черт! Твою мать! Нам пизда! Все, конечно! Альтернативная концовка! Расслабься. Это муляж. А-а-а! У этой сучки черный юмор. Я сейчас обоссусь от смеха. Так и будешь на мне лежать. Чили тебе подойдет? Папин рецепт. У нас правда нет ложек. Спасибо. А сетка из курятника вам тут зачем? Из курятника? Это моя клетка Фарадея. Сечешь? Чтобы нацисты и пришельцы не смогли найти нас. Меня чуть не убил Уильям, мать его, Бласковец! Чёрт! Достойно. Достойно. О, детка, это же черная детка. Они всегда милые. Неважно, кого они цвета, хоть азиаты. Азиатов я, кстати, люблю. О, господи! Интересно-то как. 18 плюс контент, ребят, осторожно. Не против? Осторожно. Не, нормально. Передо мной как тоже кормили ребенка, мне было лет 16. Ты что, была при взрыве? На учительница по английскому. Угу, была. Я выжила и почти не пострадала, потому что была под землей. Вышла, а там реальный ад по Данте. Понимаешь, о чем я? Я помню искалеченных людей, блуждавших в дыму. Помню эхо криков на разбомбленных улицах, как вой призраков. Я помню мать с сыном. Как ты? Мальчик вслепую шарахался в этом хаосе с вытянутыми руками. И, конечно, звал маму. Но тепловая волна от бомбы расплавила кожу на его руках. И она сползала, как рубашка, которая сильно велика. Господи. Тут я увидела его мать. Если еще хуже было. Она пыталась к нему ползти. А у самой уже ниже пояса ничего нет. Просто нет. Вот о чем думать в такой момент? Понимаешь, ты теряешь самое дорогое. О чем бы ты подумал в такой момент, а? Тебя. Знает, как нарушить драму. Теперь след останется. Да ладно, и так рукам же. Не звери. Люди. Плохие люди. Говноеды. Я соболезную, мистер Бласковец. Говноеды. Я мало с Каролайн общалась, но она была крутой теткой. С остальными яйцами. Яйцами. Вот почему, как зайдет речь о чьей-то крутизне, люди сразу вспоминают про яйца. Да это выражение такое, не китипись. Хрупкие,
Висят себе там обернутые теплым нежным слоем сморщенной кожицы. Слоем сморщенной кожицы. Фу. Да ладно тебе, она не всегда такая. Да, загадка. Да, зато они производят очень чудесный нектар. Да, у меня у самого скоро будет двойня. Милый мальчик. Девочка. О, прости. Ну черт, я в штаны не смотрел. Ты что чудила? Враги, их много, уже на лестнице. Целая армия. Суки, нашли нас. Давай пока мне. Ну что, есть план спасения, мистер Бласковец? Аня, бейте всех. Нам срочно нужна эвакуация. Поняла, Уильям. Отправляю ХАС-1 и ХАС-2 для срочной эвакуации. Ясно. Веди всех своих на крышу. Я задержу нацистов. Братья и сестры, слушайте! Скорее поднимайтесь на крышу, мы эвакуируемся! Берите все, что сможете унести! Давайте, бегом! Вперед, вперед! Сейчас жесть начнется, будет пиздец! Сейчас будет мясо. Сделай так, чтобы люди спаслись. Черт возьми, я как всегда один, что помощи не ждать. Супер, что вы хотите. Просто полка. Ну ладно, так лучше, да. Так, прямо эффективно. Ну что, идите сюда. Беложопые фашистские свиньи. Что-то интонация немножко не сыграла. Мне кажется, можно было жестче произнести. Че, по интонации, понимаете ли, не зашло. Не зашло. Возьму вот этот топор. Чтобы еще такого взять. Мля, чтоб такое взять. Мы все тут подобрали. Я вот бумажку. Письмо Кларенса. Пишу это письмо, сидя в тени огромной пальмы. Да, очередное письмо с фронта. Хочу, чтобы вы знали, как сильно я соскучился по вам. А постой, с фронта это... Черт возьми. С какой же... Ух ты, сейчас бочонок взлетит на воздух. А мне еще жить с этой травмой. Ух ты, жестко, жестко. Не надо так. Да блин, они со всех сторон перли, ребят. Ну это Андрей. Ладно, попытка номер два, ребят. Только на этот раз я беру больше стволов в руки. Больше стволов в руки, я сказал. Вот так, норманс. Нормас, пивас и полный расколбас. Йо. Йо, а! Ловите гранату, суки. А, это не то. Ха, дабл пенетрейшн, бич, ебой, ебой. Но, ебой. Черт возьми. О, как ты в стене-то оказался, парень? Расскажи свою историю зрителям. Мне уже интересно. Ой-ё, вот этого я не ждал. У вас вообще гранат нет? Ну что за подстава-то, а самый момент-то ответственный. Думаю, что клетку блеста типа самый крутой тип. Ох ты, черт возьми. Только не это. О, там вообще жесть начинается. Я тут посижу, ладно. А, мне бы надо пожестче чет. Нормально, вот так достаточно жестко. Так вот этот застанец, он идет. О, черт, он уже здесь! Твою мать, надо ливнуть немножко. Капельку. Я не сильно, я недалеко. Спасибо за беспокойство, я в порядке. Малость, конечно, больно, но это нормально. Ой-ой-ой. С броньки подберу, хоть как-то защититься от засранцев. Ой-ой-ой-черт, нет. Че, тут это еще взрывчатка рядом, но это вообще не к спеху. Вообще не к месту. Ой-ой, больно. Контрольный. Ох ты, твою ж мать. Да! Больно. Может, так попроще будет немножко, а то что-то жестко. Гельмут, ты умрешь! Что, с двух сторон, ребята, это дабл пенетрейшн, реали. Че, сейчас сзади будет жесть. Перезарядить все оружие, пока есть возможность. Да хоть так. Ой, их двое засранцев. Минус один. Пока есть возможность перезарядка всего оружия. И вес, чем перезаряжаться с одним патроном и почти полными магазинами. Надеюсь, что тебя грохнут и так. Постой, а где здоровяк? Черт возьми, Гельмут немножко исчез. Ладно, о, мы взорвали Гельмута. Или не, это был не он. А вот, ох ты, твою мать, ты кто же взорвал за мной бомбяру?
Небольшая пробежка. О, это полезно для здоровья. Минус один. Тут есть для электропухи патронусы, но, черт возьми, я пока ее заряжу, у меня тут целая жизнь пройдет. Ну, окей, хоть что-то. Ладно, давайте, пока есть возможность. Постой, ее заряжать не нужно, значит. Где здоровяк? Мне бы здорового. Черт, на эти я не хочу. 5 снарядов осталось, ребят. 5 снарядов. 30-шка здесь. Давайте снимем мелкого. А то он житья не даст. Мелкий, иди сюда. Свиногрыз. Ух, ты раньше здоровье было на сотке, теперь что-то сотку никогда да. не дают. Все, кто был на крыше, мы забрали. Прыгай, Бласка. А плывет куда? А, сюда. Черт, а по-моему, слишком просто, не? По-моему, это было слишком просто. Прыгать? Просто взять Давай. И прыгнуть, что ли? Смотри. Бонзай! Что-то пошло не так. Ладно, давайте повтор, повтор. Видимо, все, кто был на крыше, мы забрали. Прыгай, Бласка. Видимо, не надо было брать тяжелую пушку в руки, жадничать. Это было смешно. Кто у нас крошка Деда? Ты у нас Деда, Эми. Да, это ты. Такой крохотный Грей. Крохотный Грей. Надо все изменить, Грейс. Да. Вернуть американскому народу боевой дух. Да. Начать революцию. Боевой дух, американский Черт. Народ. Мы деремся каждый гребаный день, Бласковец. Но Белая Америка плюнула на все и сдалась. Я так думаю, они устали сражаться. Ну, Нет, теперь они делают все, что прикажет долбанный фюрер. Ерунда. Они хотят выгнать нацистов, как и мы с тобой. Нужно лишь подать им пример. Знаешь, кто стал главным на юге, когда пришли нацисты? Ку-клукс, мать его, клан! Я права? Точно. И что ты будешь делать? Пойдешь туда с ними ручкаться, наводить мосты с кланом, убеждать их сражаться за нас? Думай башкой, а не жопой, Бласковец. Плевать на предателей. Есть же простой народ. Ну да. Так они воевать не захотят. У меня силы на исходе. Я не знаю, сколько мне еще жить. Я даже встать без помощи уже не могу. Бывает хуже. Может, ты и правда. Да куда уж. Может, американцы правда приспособились к тирании. Спина чешется. И когда я откину копыта, власть так и останется у нацистов. Грейс всегда права, брат. Я это по себе знаю. Не знаю. Но знаю вот что. Кто хочет отнять у нас свободу, играет с огнем. И я хочу подлить в это пламя бензина. Люди должны понять, что хватит уже терпеть. И я очень хочу им в этом помочь. Пока еще жив. Вот теперь ты говоришь дело, Бласковец! Хочешь, чтобы нацисты обосрались? Ударить их так, чтобы все видели? Хочешь устроить настоящий кавардак? Да. Так вот ты пришел по адресу. О, да! Если у тебя еще остались силы, чтобы мочить нацистов... Ебой. Знаешь что? Что? У меня есть план, который всколыхнет всю страну. Да. Вот черт! Значит, что я вернусь домой в Розвелл? Сто пудов. В Розвелл? А это что скажешь? Пришельца? А вот теперь ты точно попался, мой маленький Койлем. Максос? Не знаю, Максели. Так, это здесь вы принимаете решение? Типа да. Нам нужно место для ночевки. Здесь вроде пусто. Супер чудила! Эй, белокожий! Моим людям нужен новый дом. С розетками, радиорубкой и тубзиком. Понял? Пожалуйста. Чего? Пожалуйста. Когда просят, говорят «пожалуйста», и нихера я не англичанин. Так, ты хочешь посраться, мудила, или делом займешься? Меня и так устроит. Ох, ребята стоят. Она меня не слушается. Рад помочь. Ну что, босс? Дрыхнуть будем тут. О, держи, сестренка. Итак, слушайте, братья и сестры. Этот обидчивый англичанин покажет вам, где будем работать. Потом пусть каждый... найдет себе койку, познакомьтесь с народом. Никого не обижать, но и обид не прощать. Сейчас я чувствую напряжение. Слышали, леди? Все за мной. У вас есть ракеты?
Да, да, много. Есть. Внизу в отсеке F находится склад ядерных боеголовок. О, да. Нам понадобится одна из них. Зачем? Но мы опечатали вход в отсек F. После атаки его затопило. Ласковец, ты плавать умеешь? Опять отсек F. Твою мать, ну зачем? Ну черт, я не хочу. Ребят, кстати, добавляйтесь. Что? Что? Я спросил, что это за херня? Неужели это толчок? Да, это толчок. Толчок, и его можно потрогать. Да, это толчок. Этот туалет справится с чем угодно. Кал, моча, рвотные массы. Рвотные, блевануть кал. Если ты про туалетную бумагу, то да, да. Сральная лента. Нам приходится экономить. Но сральная лента. Сральная лента! Да. О, небесная благодать! Смывающий сортир! Я думал, не доживу! Сортир! Я посижу тут минутку! Сиди, сиди! Ты ничего не видишь, что ли? А это что? Ты про что? Не засори! Ну да, сантехников-то тут нет. Думаешь, хотя самый умный, да? Тогда вот тебе. На. Я слышу, как он срёт. Понос, бля. Так, нам нужна боеголовка из отсека F. Добудешь её? Спасибо. Да, да, хорошо. Ребят, я хотел бы рассказать про одну группу. Вот у меня есть группа ВК, ссылка на ее в описании. Так вот в чем прикол. Мой друг там работает как бы админом, и он просто оживил группу, делает кучу всяких игровых новостей. Вообще он молодец в этом плане. Просто я от него, честно, не ожидал такого. Постоянно постит игровые новости, а сам туда зашел как-то и зачитался, потому что... ну что, там реально крутые игровые новости, господи. Нет, опять ты, глупый голем. Черт возьми. Твою мать, да что вы... Да твою, да господи, тихо. Я тут про группу рассказываю, а ты долбишься. ВК, друзья, тоже добавляйтесь, как бы, я рад всех видеть. У нас еще есть 700 мест, у меня там 9300 друзей. Я думаю, что я могу добавить еще 700, но места заканчиваются. Здравствуйте, Герб Ласковец. О, здорово. Аня выделила мне терминал, сказала, чтобы от меня был хоть какой-то прок. Но он сломался во время... А, ну, значит, сиди, ничего не делай. Знаете, это вся прикольно. Сказал, что починит его. Он чинит. Он очень любезен, я? Да, вообще молодец. Я там потом... А, я не буду спойлерить, что потом будет, ребят. Может, вы просто, может, не знаете, поэтому... Ну, что вам тут сказать? Ладно, игра дико крутая, все эти кат-сцены. Ух, я хочу походить по кораблю, посмотреть, что интересного появилось, пока я отсутствовал. Может, обезьяну с чем-то интересным маялся, пока меня не было, а? Обезьянка! О, здравствуй. Как тебе дела? Записка Кэролайн. Сет, как ты и просил, список возможных без сопротивления. Манхэттен, радиоактивный пуст, но, судя по данным, добытый юный в Париже нацисты несут потери в этом районе. А значит, там действует группа сопротивления, но где... Новый Орлеан. Ух ты, горы Апалачи, но Новый Орлеан. В нацистских разведданных с Парижа часто появится имя Хортон. Преврати... Что нацисты превратили оно в гетто для диссидентов, горы Апачи. Окей, значит, мы еще в горах побываем. Ну, предположительно. Класс, раскрыли немножечко тайны. Видите, спойлер небольшой. Но в Орлеан мы и так знаем, что там как бы дело будет идти. Молот Ева. Обоставь, а где мне расшифровывать данные Энигмы? Вот это для меня загадка. Тут есть столовка, но столовка мне не особо помогает. Где мне расшифровать данные Энигмы? Мне интересно. Лаборатория Сета. Где расшифровываются данные Энигмы? Наверняка есть специальная комната шифрования. Или типа того. Видела тактический дом, который Сет построил в тире. Я прошел его, но с фиговым временем. Мишени в тебя не стреляют, так что никакого азарта. Ну это да, это грустно, конечно. Ты свою хреновую стрельбу не оправдывай, Алессандро. Я же все-таки музыкант, а не воин. Макс Хас. Это комната Макса? Ничего нового нет, я возьму печеньку. А вот заведу эту штуку. Шкатулочку и пойду, наверное. Пытаюсь я к хакерам попасть, но не могу. Вот я думаю, что коды Enigma должны хакеры шифровать, но
Черт возьми, ну негде. Вот я не знаю, куда подойти, чтобы мне код расшифровали. Дичь какая-то. Вроде 14 кодов собрал, что с ними делать, пока непонятно. Вот это единственное, а те, которые намертво закрыты, с другой стороны, тоже пробовал, туда по к нему прохода. О, и... Шимшин! И да, я Шимшин. Стоит заглянуть в тир. И что там такое? Я построил новую секцию. Тактический дом. Ага. Думаю, тебе понравится. Ну, черт, ладно. Чувак, уговорил. Все обсуждают этот гребаный тактический дом. Все говорят, что он сложный. Ну че, я сейчас его поломаю, я сейчас такое с ним сделаю. Так пройду, что как никто не прошел. Окей, я вроде здесь, давайте берем кучу оружия, патроны лишними не будут. Что, можно, да, входить уже? И где тактический, где ваш тактический дом? Hola, я сейчас... Да-да, здравствуй, тебя не хватит, ни хрена себе. Деактивировать ловушку. А в чем прикол? Это чтобы злодеи не лезли. Ну-ка. И где? О, здорово. А! Постой, а где еще? Непривычно как-то. Окей, идем. Не, собачка, минус пёса. Чёрт, ну один, ну перепрыгивай-то, засранец меня такие. А, или нельзя? Или не нужно? О, я подберу. Карточка звезды. Я не особо спешу, мне просто интересно посмотреть, как выглядит тактический дом. Ха! 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 Быстрее, быстрее, лестница, лестница, бласковец. Входу в раздевалке. Грейс, нужна ядерная боеголовка из хранилища в отсеке F. Наверное, прошел, не? Или значит, что я не все подстрелил? Не понял. Ну, мне какой-то бонус дали, и как-то хорошо, нехорошо. Здесь где-то таблица рекордов или... Окей, давайте попробуем обычный тир. Сейчас оружие перезаряжу. Ну и где мишени? Господи, ну и скорость. Ну а, окей, учитывая, как у меня медленно патроны летят, хрен я во что-то попаду здесь. Давайте возьмем другое оружие. Более борзое. Хотя нет, что-то мне скучно, не знаю, они не стреляют в ответ, это неинтересно. Понимаете, когда в тебя в ответ не стреляют, это неинтересно. Окей, нам нужно спуститься вниз, там, где мы бывали. Хорошо, я вхожу. Не поминайте лихом. Грейс, прием. Иду ловить ядерную боеголовку. Ловить на удочку. Держи меня в курсе. Я удочку забыл, можно вернуться? Ладно. Молот Ева, отсек F. Молот Ева. Ева прям такое немецкое имя. Прям вот, вот прям немецкая, правда, ну, понятно, Assassin's Creed немножко. Черт возьми, грустно даже без Assassin's Creed сейчас, но... Понимаете, разрываясь между двумя этими засранцами, я предпочел в данный момент Вольфенштайн, так как он не такой огромный, как Ассасин. Тепло и сыро внутри, от этого нестерпимый зуд. Как ты терпел его так спокойно? Он так плотно сидит, что я едва дышу. Может, ты внутри толще? Карлайн. Ты оставила пустоту, которую мне не заполнить. Может быть, дело в твоей толстоте, Бласковец? Ты вроде долго лежал, вес лишний отражу. Жирочек. Сьонеф, баластраум. Ну, выключилось. Я думаю, можно нырять. Твой костюм и наша борьба. Они держат меня на ногах. И Аня. Ее голос. Красота. В них моя сила. Мне почему-то кажется, что мы сейчас обратно идем. Ну да, Бласковец настрадался сильно. И в принципе, видно, как он, скажем так, изменился. И каким он был раньше, и каким стал сейчас. То есть... Ох ты. Так и знал, что без засранцев не обойдется. Черт возьми, вот это было совсем неожиданно. Возьмем броньки себе немножко. Лишней она все равно не будет. Максимум, ну ладно. Лучше максимум, чем минимум. И черт, Бласковец реально изменился, он стал более глубоким персонажем. Раньше хочу тебя предупредить. Если верить инженерной карте, склад ядерных боеголовок оборудован защитной системой. Я насчитала рядом с ним 3-4-5 саркофагов для анабиоза. Будь готов ко всему. Конец связи. Для анабиоза, значит. Значит, будут монстры фашистские.
Нет ничего хуже, чем разбудить спящего себе спокойно фашиста. Ни хрена себе тут жарище. Выглядит очень даже стрёмно. А если бабахнуть? Оружие, кстати, не громко бабахает в игре. Единственный минус того, что я играю на клавомыши, это я не чувствую вибрации. Ни хрена не видно. Здесь явно нужен свет. Сейчас, надеюсь, я не включил саркофаги случайно. Уже может быть саркофаги. Да, я случайно их включил. Черт возьми, черт. Ой, ю-ху-ху. Это будет опасно. Расплавили говнаря. Кто кого? Я готов ко всему. Я готов ко всему. Ух ты, парень, интересно. Ну а это роботы, они явно не живые. И парни засосало засранца. Знаете, долбит понемножку и становится немножко страшно и не по себе. Вот что я скажу. Возьму топорик и немножко броньки, а то что-то стрёмно. Ну черт, интересно, как мы здоровье сможем прокачать? Ну, как я понимаю, оно автоматом качается, когда ты, скажем так, творишь добрые дела. И куда нам идти сегодня? Зря я, кстати, возился. Тут, в принципе, возни-то никакой нет. Просто берешь и... Если ты меня слышишь, я тут пришел к выводу, что бы ни случилось, она не узнает, что будет растить наших малюток одна. Это моя ноша. А не ее. Эти монологи мне очень нравятся. Мне нравится, как персонаж раскрывается глубоко. А не просто так, что это бездумный солдат. Вообще, молодцы ребята, которые Вольфенштайн делают. Действительно, сделали персонажа прям четырехмерным. Мне очень нравится. Намного лучше, чем делать просто тупого бугая. Но ребята там, кстати, вот эти засранцы, они там стоят. А-а-а, я ко всему был готов. Ха, давай лежать. Спалили их обоих. А что, у них другое оружие? А, у них огнемет. Ну ладно. А с огнеметом я тоже могу работать. В принципе, ну черт, Ази, что бы я им подобрал, это все очень классное оружие. Как мне быть? Где-то надо дернуть рычаг, я прав? Да, найдите ядерную боеголовку. Ну, по идее, здесь. Только мне пройти-то туда как? Тут вроде как закрытая дверь. Может быть, я могу здесь... А, открывается не отсюда. Ну, откуда? Может, отсюда где-то можно пройти? Я бы еще, кстати, подзарядил. Там же зарядка для пушки. Вот, ну что, надо было немножко присадочку сделать. Присесть, ребят. Сделать приседание. Оп, присел. Черт возьми, этот спорт, ребята. Последнее, что мне пришло в голову, заняться приседанием. Типа, хопа, хопа, хопа. В этой игре это делать удобно. Сейчас ночи, ты начинаешь делать дичь. Я играю просто очень поздно ночью, потому что Вольфенштайн невозможно оторваться. Буду держаться в стороне. Не надо. Не подавать вида, Карлайн. Смерть сделала меня лгуном. Черт возьми, вот нажил детей себе на горе. Не надо было с Катькой без резины спать. Позвольте, с Катькой, с Аней перепутал. С Аней не надо было без резины баловаться. Надо было вначале резиночку найти, а потом побаловаться. Бычий пузырь натянуть на писюн. Ну как-то делали в далекие времена до появления хандонов. Бычий пузырь, ребят. В времена Бласковича уже были еще бычьи пузыри. Ох ты, черт тебе. Я отойду в сторону, я сделаю степ-бэк. Оп! Че, я просто все, здесь все, просто все взрывается. И происходит лютейшая дичь. Окей, у нас еще есть заряд, все еще нормально. Ребят, все нормально, не паникуйте. Кто паникует? Я что? Найдите ядерную. Где она находится? Черт, меня... Ну-ка, то туда. Сейчас только телефончик подберу. Может быть, здесь ядерная боеголовка? Нет? А, вот же она, черт тебя, упустил. То есть, точно, то есть она здесь находится. Ладно. Черт возьми, надеюсь, она здесь. Надеюсь, это и есть тот склад боеголовок. Слишком просто. Просто зайти на склад и забрать боеголовку. Просто. Легко и понятно.
Ой, ёди, черт возьми! Парень, ну ты что, берега попутал? Убирайся отсюда. О, у меня в пистолете патроны кончаются. А вот в этой пухе нормально, еще есть. Поэтому именно из нее я тебя замажу. О! Твою мать! Вот это было сейчас жестко! Абсолютно не обязательно. Твою мать, ни хрена себе! У-ху-ху. Откуда он вылез? Его там не было. Вот как ты это сделал? Вот как ты сделал, мой родной? Диноя Вархайт. Блиц-менш не выдумка, а реальность. Научный доклад 30-летний житель Баварии способен поднять руками автомобиль. Окей. Да, действительно, они действительно преуспели. Они создали жестких людей. Окей, я возьму вот это. О, сейчас это будет опасно. Три выстрела. О, давай, сверли его взглядом. Мадонна. Я готов, у меня все на мази. Их здесь будет еще несколько. Насколько я помню. Вот это веселье. Вот всегда так и хотел развлекаться. Ведь нет ничего. Ребята, здравствуйте, как весело. Больше никого нету? Что-то мне стрёмно. Ладно, ребят, пока здесь никого нет, давайте активируем. Вот она. Фу, боеголовка у нас. Что-то легко все прошло. Слышишь, я нашел боеголовку. Класс. Отнеси старику, как там его, Сету. Тихо, Шимшин, это не цацка. Кто что? Дай-ка взглянуть. Ты бледноват. Да, бывает. Скажи, это тебя я. Не тошнит? Может быть, тебя знобит? Да, порядок. Нормально. Отлично. Не спал. Все. Точно все отлично? Ладно, я займусь этим, а ты иди спать. А, ну, спасибо. Тогда будь добр, перед смертью загляни к Грейс. Она в штабе, бывший комнат. Перед смертью? Да я знаю, где она, черт, я ее там проводил. Спасибо за напоминание, конечно. Но, Шимшин, да, это... Тебе не стоит так напрягаться, Ингель. Что разница между Шиншин и Энгеле? Очень полезен, мистер Бласкетс. Он просветляет разум, расчищает место для важных мыслей. И помогает ухаживать за киской. Киса обезьяны. Ладно, я пойду там, расскажу, как у меня дела идут, в общем-то. Я все время путаюсь, тут же есть короткий проход, можно вот так просто попасть туда, куда надо попасть. Да все нормально. Да черт, чувак, я и так скоро умру, так что... Как бы, что ты будешь делать? Ребят, увидимся мы... Постой, что здесь запись? Супер спэш, типа, вот, супер особенный. Каролайн Рип, черт возьми. Ну, хоть цветы поставил. Ладно, ребят, увидимся мы уже в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Женечка. И до следующей серии. Всем пока.